вроде форма не немецкая. Должно быть румыны или итальянцы. Мадьяры это. Кто, кто? Мадьяры, венгры, то есть. Ну же. Смотри, каждой твари по паре. Глянь, что у него? Да что там у него здесь? А ноги-то где? Иди-ка там, посмотри. Гаси! Что там у вас случилось? С передачи сняли? Товарищ капитан, не отцепляются. Чего не отцепляются? Руки. Какие еще руки? Водители. Водители? По-моему, он живой, Петь. Точно, живой. Мертвого? Живой он! Мертвый, живой! Какая тебе разница? Грузи. Сюда! Сюда! А этого куда? Лесок. Вы даже не осмотрели его? Пульс есть. Давайте в палатку. Такого я еще не видывал. 90-процентный ожог, а он жив. 2 часов не проживет. Так, мазь сюда давайте. Ровнее держи, по ногам не пройди. Индивидуальный лист только у тебя. У тебя
Здравствуйте. У меня нет оркестра. Сколько он у нас? 3 недели. 90% ожог, сепсис, он все еще жив. Давайте в перевязочную его. А где ожог? Патология какая-то. Еще 3 дня назад на нем живого места не было. Тебя как зовут, боец? Фамилия, имя? Номер части? Не знаю. Разрешите? Да так, садитесь. Найденов Иван Иванович, год рождения 1914. Русский, беспартийный, танкист. Подождите, подождите. Вы же говорили, что документов у него не было. И он ничего не помнит. В сопроводительной полевого госпиталя было написано «неизвестный танкист». Ну, а как же вы его фамилию, имя, отчество выяснили? А у нас его все зовут Иван Иванович. А фамилия Найденов мы ему решили дать тому, как в сопроводительной было написано. Найден в танке. А год рождения, партийность? Зубы у него, как у 30-летнего. А партийность, сами понимаете. Да нет, здесь у вас какая-то ошибка. Это действительно его документы? Его? Написано 90% ожог. Ну да. У него было обожжено порядка 90% поверхности тела. А вы что, шутите? Где этот ожог? Видите ли, мы не можем вполне это объяснить, но пациент полностью восстановился. Очевидно, это какая-то удивительная особенность его организма. И без всякого сомнения, это феномен. Ну, и что же делать с этим феноменом? У него редкий случай ретроградной амнезии. Он помнит все навыки, помнит алфавит, умеет писать, но не помнит, кто он, откуда, кто ему близкий и что с ним было. И я считаю, что правильным было бы признать его годным к нестроевой службе. Танкиста? Вы что, приказ Верховного не знаете? Знаю. Выписываемых из госпиталей танкистов направлять исключительно в танковые части. Знаю, но тут случай особый. Боец без памяти. Чтобы пушку в танке заряжать, память не нужна.
Эй, боец! Ко мне! Ты кто? Сержант Найденов, механик-водитель вторая рота. И что ты здесь делаешь? Вот этот танк, его «Пантера» подбила. Из засады выскочил. Почему ты так решил? Он мне сам рассказал. Кто рассказал? Танк. Этот танк. А этот танк тебе что-нибудь рассказал? Тигр его сжег. Тот же, что и меня сжег. Белый тигр. Значит так, боец. Бегом марш в эшелон. Есть. Ты его знаешь? Знаю. Он хороший механик очень. Только после госпиталя что-то с памятью у него. Ты хрен знает, кого на фронт отправляет. Ему в дурдом надо, а не его на фронт. Дай прикурить. Слушай, Николай, ведь тигр-то белый. Я тоже про него слыхал. Говорят, вроде как призрак какой-то даже. Брехня. Ты слушай больше, брехни всякую. In unserer Armee werden ganze Legenden über diesen Panzer erzählt. In den Kämpfen um Bosporus. Stopp. Об этом танке в нашей армии ходят легенды. Weiter. In den Kämpfen um Bosporus wurden wir von russischen Panzern überfallen. Es waren mehr als 20. В бою под Бобруйском были атакованы русскими танками, их было больше 20. Ja. Wir dachten, sie würden über alles hinwegfegen. Казалось, они все сметут на своем пути. Auf ihrem Weg. Und dann erschien an einer Flanke dieser weiß gestrichene T6. И тут на фланге появился танк Тигр, окрашенный белого цвета, танк Т-6. Und der begann die russischen Panzer anzuschießen. И он стал расстреливать русские танки. Ja. Es war ein richtiges Gemetzel. In nur 10 Minuten hat ihre Panzer außer Gefecht gesetzt und war dann plötzlich verschwunden, wie vom Erdboden aufgelöst. За 10 минут он уничтожил все ваши танки и исчез, как будто в воздухе растворился. Вы лично это видели? Haben Sie das selber gesehen? Wer, ich? Ja. Nein, ich habe es nicht mit meinen eigenen Augen gesehen, aber ein Kamerad hat mir davon erzählt, der an diesem Kampf beteiligt war. Он сам этого не видел? Про этот бой ему рассказал его товарищ, который в нем участвовал. Gegen diesen weißen Teufel seid ihr machtlos. Этот белый дьявол вам не по зубам. Это почему? Wieso denn? Weil es der Triumph deutscher Geisteskraft ist. Потому что он есть торжество немецкого духа. Шарипов, здесь меня жди. Впервые он был замечен по лисе. Все тигры вязли в болотах, а он нет. Уничтожал целые танковые батальоны. Потом проявился на севере, потом на юге. Каждый раз оказывался в нашем тылу.
Расстреливал десятка полтора наших танков и самоходок и исчезал в лесах. Как это так получается? 15 наших танков не могут уничтожить один фашистский? Разрешите, Георгий Константинович? Это не серийный танк. Я выскажу общее мнение. Он у немцев такой один, единственный. Если его не берут снаряды из ФСАО, значит, его броня как минимум 250 миллиметров. Но тогда он должен весить около 100 тонн. А самый сильный немецкий танковый двигатель – только 700 лошадиных сил. Ваше предложение? Пойти по пути немцев. Создать один единственный танк на базе Т-34-85. За счет установки стабилизатора дать возможность вести прицельный огонь на ходу, усилить броню и поставить форсированный двигатель. Срок? Месяц. В таком случае 2 недели. Генерал Смирнов, вам поручаю поиск и уничтожение немецкого танка. Назовем его условно «Белый тигр». Примите новый Т-34 и формируйте экипаж. Есть, товарищ маршал. Кто у тебя этим займется? Заместитель начальника контрразведки армии майор Федотов. Подбери лучших, майор. Есть, товарищ маршал. Найденов Иван Иванович. Так точно. Как чувствуете себя? Вы из госпиталя? Нормально. Да на нем как на собаке все заживает. Сгорел на 90%, зажило. Ногу прострелили, даже в тыл не отправляли. На третий день встал. Ты какой-то особенный, Найденов. Живучий. Должно быть так. Так ничего и не помните? Имя, фамилия, откуда вы? Нет, ничего не помню. Батальон ваш полностью погиб. Мы пытались найти ваше настоящее имя, но... Хотите вы его узнать? Да нет. Не то чтобы очень. Ну, был Петровым или Степановым, стал Найденовым. Помню, что русский, танкист. Чего еще мне надо? А родственники? У вас могли быть мать, отец. А может быть и своя семья, дети. Если были, то должно похоронку получили. А мертвым возвращаться не надо. Мертвым ни к чему быть там, где живые. Я помню, как он стрелял. Снаряд летел медленно прямо в меня. Я видел его. Медленно летел. Я хотел двинуться, увести танк влево или назад, и не мог. Не мог шевельнуть рукой. Ты его видел? Да, видел. Белый тигр. Он нас сжег всех до одного. Какой он, Найденов? Он мертвый, товарищ майор. Как мертвый? Что ты говоришь? Танк. Какой он? Пушка, габариты, броня. Ну да, танк. Танк, как танк. Ну, пожалуй, побольше других, только мертвый. В танке же всегда люди сидят. Фашисты, конечно, но все равно люди. Мы же знаем, что там люди. Люди же всегда того, то ли струсят, то ли промажут, то ли храбрые слишком на рожон попрут. А этот мертвый, он не струсит, не промажет. Он все сделает как надо. Да, как надо. Нет спасения. Вас рекомендуют как лучшего водителя армии.
Я буду ходатайствовать о присвоении вам звания младшего лейтенанта и назначении командиром экспериментального танка Т-34-85. Машина не серийная, с повышенной бронезащитой и усиленным двигателем. Экипаж из трех человек. Наводчик, башнер и вы. Задача. Выявление и уничтожение танка «Белый тигр». Командир танка, младший лейтенант Найдюнов. Сержант Крюк, лучший наводчик. Старшина Бердыев, башнер. Заряжает орудие за 15 секунд. И абсолютно невосприимчив к скоплению газов, возникающих в башне при стрельбе. Вы формировали экипаж? Так точно. И это лучший из лучших? Наилучшие. А что? Чего-то рожа у них. Не того. Чего не того? Ну, не того. Но они же в танке сидят. Они на сцене Большого театра. Командир танка и наводчик, ко мне. Сарай, видите? Так точно. Сколько до него? 600 метров. Так уж и 600. 640. Ладно. Уничтожи сарай фугасом. Максимально. Двумя выстрелами. Есть. По местам. Ну что? Вчера он появился в тылу корпуса, вот здесь. Как он прошел сюда, через болото, непонятно. Но факт остается фактом. Он появился, сжег 5 танков, 4 самоходки и исчез. Если хотите, можете осмотреть место, где это случилось. Он их вон из того леса расстрелял. Сразу за этим лесом трясина. Танк не мог там пройти. Он прошел.
Он здесь. Где? Где-то здесь, в лесу, затаился. Его там нет. Мы вчера весь лес прочесали. Каждый метр пролазили. Он там. Что вы предлагаете? Я сделаю засаду. Мне нужен еще танк, хотя бы один. Желательно 34-ка. Откуда ты знаешь, что он там? Откуда? Он там. Я его сожгу, товарищ майор. Дайте еще танк. Шарипов. Поедешь в бригаду Кутайсова. Отдашь командиру? Я здесь останусь. Товарищ майор, Алексей, у тебя нет ощущения, что он того? Кто? Найденов этот, того. С ума сдвинулся. Все, Шарипов, выполняйте приказ. Прибыл в ваше распоряжение сержант Слепов. Найденов. Вот ваш командир, младший лейтенант Найденов. Слышь, ты стань вон там, в рощице. Он как покажется, постарайтесь отвлечь его огнем и маневром. Понял. Выполняйте. Есть. Слышь, сержант, вы люки держите открытыми, совсем не закрывайте. Угощайтесь, товарищ майор. Спасибо, я сыт. Угощайтесь, на всех хватит. А командир? Да, он вроде и не ест. Как не ест? Так, хлеба пожует. Сбежал бы я от него. Ей-богу, сбежал бы. Он заговоренный, что ли? Снаряды у него не ложатся. Может, таким-то и мы с Бердыем и выживем. Как думаете? Не хотите спирт, товарищ майор? Мы танкисты. Вообще-то перед боем не пьем. Нельзя. Сколько ребят по пьянке сгорело. Но Бердыев ничего, ему можно. Он башнер и пьяница. Да, Бердыев?
Думаешь, появится? Появится. Он меня ищет. Слепов.
Мажешь крюк! Вылезай. Куда? Посмотри снаружи. Оцени обстановку. Есть. Командир, нет его. Совсем нет. Ушел. Да нет, Крюк, не ушел. Он сзади. С такой дистанции, да в спину. Да он бы мог нас в кашу, и шлемов бы не нашли. Ладно, инструкцию давай тащи. 27 на 32. Раненый.
Где он? Позади тебя. Думаю, я тебя струсил. Нет, Найденов. Я не думаю, что ты струсил. Если бы думал, расстрелял бы. Просто он перехитрил тебя. Зря Слепов-то сгорел. Вы мне докладывали, что немецкий чудо-танк уничтожен нашим экспериментальным танком. Так точно, докладывал. В таком случае, почему до сих пор нет представления на награждение его экипажа правительственным наградам? Свидетелем этого боя был всего один человек. Заместитель начальника контрразведки армии майор Федотов. Самого факта уничтожения этого «Тигра» он не видел. Видел, как наш танк дважды попал в него. Потом тот исчез. Что значит «исчез»? Бой произошел на окраине Корниловского леса. За ним сплошное болото. Этот тигр, видимо, в нем утонул. Видимо? То есть, может, и не утонул? После боя этот тигр ни разу нигде не проявился. Вот его следы. Здесь он задним ходом шел. Дальше следов нет. И как это понимать? Предположим, он все же прошел через болото. Непонятно как, но прошел. В таком случае с той стороны были бы следы его гусениц, а их нет. Саперы каждый сантиметр там обшарили. Да нет, Алексей, утонул он. Из топи его не поднять, но он там. Найденов одно твердит, он ушел. Найденов сошел с ума. Послушай, Алексей, так бывает, ты же знаешь. На этой войне многие сошли с ума. Многие еще сойдут. Ты знаешь, что он Богу танковому молится? Кому? Богу танковому. Свой Бог у него, понимаешь, танковый. Желаю. Каким ветром в нашу богадельню? Попутным. Ну как ты? Ничего, воюем. Где бы меня Найденов найти? Да вон его хозяйство. Сержант Крюк! Крюк, если ты еще раз бабу в танк особого назначения притащишь, я тебя лично на месте. Понял? Так точно. Что это, Бердыев? Старшина Бердыев, я спрашиваю, что в этих флягах? Это шнапс немецкий, товарищ гвардии капитан. Он его вчера в погребе в соседней деревушке нашел. Две бочки. Бердыев, а что, не предупреждали?
что немцы специально оставляют отравленный шнапс, чтобы нанести потери нашему личному составу. Вкусно? Крюк, где найден их? У танков. У каких танков? У подбитых. Тут недалеко. Это наши. 41-го тут пожгли. Найденов! Найденов, кстати, с тобой старший по званию разговаривает. Отставить, капитан. Белый тигр. Что белый тигр? Он не утонул. Он там. Ну что, через болото по воздуху пролетел? Подожди, Шарипов. А почему вы считаете, что он не утонул? Он ушел. Готовится. Ждет. Чего? Чего он ждет? Когда мы наступать начнем. Танковый бог тебе это сказал? Да. А этот бог, он где? На небе. На облаках. У него трон. Он сидит на нем. А вокруг все танки, которые погибли в сражениях. И как он выглядит, этот бог? Он в комбинезоне, в танкошлеме. У него 34-ка. Золотистая. Когда он в нее садится, начинает грохотать и сверкает молния. Вот видите? Тебе в бою помогает. Помогает. Я танки слышу. Все танки говорят. Только их никто не слышит, а я их слышу. А они, когда в них снаряды летят, предупреждают меня. И я ухожу от снарядов. Так они мне помогают. Хотят, чтобы я жил. Хотят, чтобы я тигра этого белого сжег. Отомстил. Я же тебе говорил, что он сумасшедший. Говорил. Теперь ты понял? Понял. Расформировать надо этот экипаж, Найденова отправить на лечение в госпиталь, Крюка и Бердыева в другие экипажи. Они совсем распустились. Ну, чего ты молчишь? Что ты думаешь, Алексей? Ничего не думаю. Поехали! Ja, ich habe im Stab des Generalinspektors der Panzerwaffe gedient. Да, я служил в штабе генерал-инспектора немецких танковых войск. Как попали в плен?
Wie sind Sie in Gefangenschaft geraten? Ich wurde zur Begleitung einer Gruppe von Fachkräften des Ministeriums für Rüstung und Munition an die Front geschickt. Меня послали сопровождать группу специалистов Министерства вооружений и боеприпасов. Gefangen genommen wurde ich von ihren Aufklärern. И меня взяли в плен ваши разведчики. Что можете сказать о танке «Белый тигр»? Was können Sie vom Panzer «Weißer Tiger» sagen? Überall werden die Legenden von diesem Panzer erzählt. Повсюду рассказывают легенды об этом танке. Im Übrigen verursacht bei uns in der Wehrmacht mehr Angst als Hoffnung. Кстати, он у нас в Вермахте вызывает больше страха, чем надежды. Aber glauben Sie mir, selbst während meiner gesamten Dienstzeit in der Verwaltung ist mir kein einziges Dokument vor Augen gekommen, was auch nur indirekt mit diesem weißen Tiger zu tun gehabt hätte. Но поверьте, за все время службы в штабе мне не попался ни один документ на глаза, который хотя бы косвенно был бы связан с этим белым тигром. Может быть, он все-таки создан и подчиняется лично Гитлеру? Vielleicht wurde doch gebaut und untersteht dem Hitler persönlich. Nein, das ist unmöglich. Нет, это невозможно. Ich bin völlig sicher, ein solcher Panzer existiert nicht. Я абсолютно уверен, такого танка нет. И что теперь? Ты думаешь об этом? То, что я думаю, не может быть. Идут. Одной батареей пожечь можно. Товарищ командир, на 10 километров вперед все вычистили. До самой переправы ни одного фашиста не осталось.
вычистили, твою мать. Это кто бьет? Откуда? Товарищ командир. Давай команду к отходу, быстро! Есть! Ну что? Вон? Да, товарищ командир. Отводите вторую и третью батальоны.
Крюк, видишь справа амбар? Так точно. Ударь бронебойным в стену на уровне башни. Есть! Это не наш. Это четвертый. Приехали. Да, Берда. Теперь попляшем.
Ключи, да? Так точно. Доложите. Здорово. Есть хочешь? Нет, спасибо. А выпить? Выпить не откажусь. Исчез. Как сквозь землю провалился. Он же горел. Сильно горел. А у немцев экипажи не сидят в горящих танках. Ты же знаешь. Должны были бросить. Я думаю, в нем нет экипажа. Вот такая вот история, товарищ командир. Ты это серьезно? Уже налил тебе много? После боя я спросил у Найденова, каким образом он предугадывал, что тигр сейчас выстрелит. И знаете, что он мне ответил? Что его танк предупреждал. Что танки предчувствуют выстрел по себе и предупреждают об этом своих механиков. Только те их не слышат. А он, значит, слышит. Ты в своем уме? Танки он слышит. А как иначе объяснить его невероятную способность чувствовать появление этого тигра? Откуда он мог знать, что тот снова появится в болотах? Что ждет в засаде начала нашей атаки. Вы говорили, Найденов ненавидит лютой ненавистью этого тигра. За то, что тот сжег его танк. Да. И чего же тогда, если он слышит предупреждение своего танка, в тот раз этого не услышал? Тогда он еще не обладал этой способностью. Она появилась, когда он сгорел, Михаил Ефремович. То есть как сгорел? Что ты хочешь этим сказать? После 90% ожогов люди не выживают. И Найденов тогда сгорел. Сгорел и родился заново. Другим человеком. Идеально приспособленным для войны. Он ее порождение. Так же, как и этот тигр. Ты, значит, Алексей Николаевич, в мистику веришь? В том, что я говорю, Михаил Ефремович, не больше мистики, чем в теории Дарвина об эволюции живых организмов под влиянием условий их существования. Или вы теорию Дарвина считаете мистической? Насчет Дарвина не знаю. Но в Бога и дьявола я верю. На войне поверил. Хотя, конечно же, коммунист, как и вы. Запомни, майор, моя армия со скоростью 50 километров в сутки идет к Берлину. И ничто ее не остановит. А насчет Дарвина, я так скажу, устал ты, притомился. Оттого и лезет в голову всякая дурь. Я тебе дам отпуск 10 суток. Отдохнешь, придешь в себя. Вернешься, Берлин будем брать. Thank you.
прошу стоять. Блядь, за Хенштейн. Was soll das? Ich will das hier warten. Встаньте здесь. Stehen Sie hier, bitte. Заходите. Идем мы hinein. Ваши места здесь. Спросите немецких полномочных, ознакомились ли они с актом о полной безоговорочной капитуляции. Haben Sie den Text für die Unterzeichnung der vollständigen und bedingungslosen Kapitulation zur Kenntnis genommen? Ja, jawohl. Да. Согласны ли представители германского верховного командования подписать акт о полной безоговорочной капитуляции? Sind die Vertreter des deutschen Oberkommandos bereit, den Akt zur vollständigen und bedingungslosen Kapitulation zu unterschreiben? Ja. Jawohl. Да. Германской делегации предлагается подписать акт безоговорочной капитуляции. Der deutschen Delegation wird vorgeschlagen, den Akt zur vollständigen und bedingungslosen Kapitulation zu unterschreiben. Пусть подойдут сюда. Sie sollen herkommen.
Понял? Möchten Sie Wein? Ja, weiß. Hier ist Tokai. Tokai ist zu süß. Dann roten. Das warme Gericht ist gar nicht schlecht. Ich möchte mal wissen, wo die das alles herhaben. Ich nehme an, aus einem Restaurant. Wahrscheinlich von Schlemmer. Waren Sie da mal Feldmarschall? Wo? Bei Schlemmer. Im Restaurant. Nein. Nie. Подойди сюда. Was ist das? Frisch gefrostete Erdbeeren mit Sahne. Wissen Sie, ich habe zum ersten Mal im Leben frisch gefrostete Erdbeeren mit Sahne gegessen. Tja. Was ist? Habe ich etwas Komisches gesagt, Stumpf? Nein, nein, nicht, gar nicht. Entschuldigen Sie, Herr Feldmarschall. Rein gar nicht.
Найденов? Виноват. Не слышал, как подъехали. Тягу выправлял. Я смотрю, у тебя полный боекомплект. Так точно. Даже больше. Еще 14 загрузил. Закуривай. Немецкие? Французские. Где экипаж? Да где? Известно где. Победа есть. Да, да. Черти. Забьются. Война закончилась, Найденов. Ты слышишь, Иван? Конец войне, все. Пока я его не сожгу, война не закончится, товарищ полковник. Нет его. С тобой боя завислый? Нет. Ждет он. Ждет. Будет ждать 20 лет, 50, может, 100. И выползет. Его надо сжечь. Вы же знаете, что это надо сделать. Wir kennen uns zu lange und zu gut. Uns verbindet zu viel. Deshalb möchte ich Ihnen meine Gedanken nicht verheimlichen. Der Krieg ist verloren, das weiß ich. Er ist nicht einfach verloren. Europa ist zerstört. Aber können Sie sich vorstellen, was morgen sein wird? Unglückliches Deutschland, man wird es aller Todsünden bezichtigen. Das deutsche Volk wird als Sündenbock für alles herhalten müssen. Tausende Bücher werden geschrieben werden. Tausende irrsinnige Dokumente werden gefunden werden. Man wird sich hunderte Erinnerungen ausdenken. Wir, ich und Deutschland. Wir werden vor der Welt dastehen als beispiellose Ungeheuer des Menschengeschlechts, als Ausgeburten der Hölle. Dabei haben wir nur den Mut aufgebracht, das zu verwirklichen, wovon Europa geträumt hat. Wir haben gesagt, wenn ihr daran denkt, lasst uns das endlich machen. Das ist wie ein chirurgischer Eingriff. Erst tut es weh, aber dann gesundet der Organismus.
Haben wir etwa nicht den geheimen Traum eines jeden europäischen Normalbürgers verwirklicht? War das nicht die Ursache unserer Siege? Alle wussten doch, dass wir das, wovon Sie sogar Angst hatten, es Ihren Frauen zu erzählen, klar und offen verkündet haben, wie es sich für ein tapferes, monolithisches Volk gehört. Sie haben die Juden nie gemocht. Ihr Leben lang haben Sie Russland, dieses dunkle, finstere Land im Osten Europas, gefürchtet, diesen wilden, europafremden Zentaur. Ich habe einfach gesagt, lasst uns diese beiden Fragen lösen. Ein für alle Mal lösen. Haben wir irgendwas Neues erfunden? Nein. Wir haben einfach Klarheit in jenen Fragen geschaffen, in denen ganz Europa Klarheit wollte. Das ist alles. Solange sich die Erde um die Sonne dreht, solange es Kälte und Hitze, Sturm und Sonnenlicht gibt, wird es auch Kampf geben. Auch Kampf zwischen den Menschen und den Völkern. Würden die Menschen im Paradies leben, würden sie verfaulen. Das, was die Menschheit geworden ist sie durch Kampf geworden. Krieg ist eine natürliche, normale Angelegenheit. Krieg gibt es immer und überall. Er hat weder Anfang noch Ende. Krieg ist das Leben selbst. Krieg ist der Urzustand.